Основы видеомонтажа – добавление контента и разбитие его на эпизоды. Вставка текста. Рассмотрим на примере Sony Vegas Pro 12. Для начала добавим материал. Пусть это будет видео и какой-нибудь музыкальный трек. Размещаем наше видео и аудио на временных дорожках. Левой кнопкой мышки щелкаем по аудиодорожке в нашем видео и нажимаем горячую клавишу U для того, чтобы отделить этот аудиотрек от видео. Клавишей Delete удаляем аудиодорожку. Горячей клавишей S разбиваем видео на желаемые эпизоды. Приравниваем длительность обеих дорожек. Настало время добавить текст. Правой кнопкой мыши кликаем рядом с видеодорожкой и нажимаем Insert Text Media. Выбираем нужный вид текста и перетаскиваем на ту дорожку, которая находится выше нашего видео, иначе текста не будет видно. Редактируем наш текст и изменяем его положение на экране. Все, наше видео готово. Если данный урок был вам полезен, ставьте большие пальцы вверх и задавайте свои вопросы в комментариях. Удачного монтажа!